Игорь Зайцев Борису Постовскому. Заслуженный тренер СССР, наш лучший поэт среди шахматистов Игорь Аркадьевич Зайцев предложил Борису Наумовичу такое стихотворное приветствие. Всем присутствующим лицам извинения приношу, в белокаменной столице желчно-каменной лежу. Юбилеи идут без задержки, у тебя знаменательный год. К сожалению, как в шахматах пешки, время движется только вперед. Голова и ручка, готова ручка и бумага, начну с того, что дам совет. Иди по жизни, не сбавляя шага, отведав вкус 80 лет. Я ждал, пока поток приветствий немного схлынет, и тогда скажу, храни тебя от бедствий, молитва наша навсегда. Пускай твой возраст пенсионный, зато режим от молодых. Как прежде ты неугомонный, не любишь делать передых. Простым, понятным языком хочу тебя поздравить кратко. Полвека я с тобой знаком, но для меня ты все ж загадка. Порой с аханьем и стоном я выбираюсь из СШК, а ты, живущий под Бостоном, легко взмываешь в облака. Встаешь почти что с позаранку и крутишься до темноты. Всем пенсионную подниму скоро планку из-за таких вот живчиков, как ты. Уверенно шагай, не торопись, не нервничай, не жми на все педали, чтоб те, кто рядом, шли всю жизнь. Не приведи Господь, не приотстали, что нет ценнее роскоши общения, оценивают в жизни мудрецы, особенно для тех, чей день рождения находится под знаком близнецы. Наверное, так устроен зодиак, и так легли в момент рождения звезды, что одиночество для них страшнейший враг, необходимо общество, как воздух, и вновь надеемся, что вскоре к нам приведет тебя стезя, дай Бог тебе здоровья, Боря. Твои коллеги и друзья.